Вот от кого плюс. эти первого уровня? Не от меня это, не от меня. Пошли бы на первом уровне. Да, ты хочешь страдать? Да. Да. А ты как будто не любишь это делать. Ты что за садомаза? Раз, два, три, четыре. Мы хуярим на бензине. Как у меня мало денег осталось. Ну, мне не нравится. А сколько было, кстати? Было 63, стало 23. А, нормально. Зато проапгрейдил. Добавляй. Да сейчас вот я еще дохожу до конца. А-а-а. Так. Лилия, ты что там зависла? Я зависла, почему я зависла? Ну, ты уперлась башкой в стену, и все. А, ну, получается, второго тира будет добавить, если я купил? Да-да-да-да. Все. О, хотя бы... Хотя бы не надо это, перезакупаться. Да. Эндлвуд кошмарик. Нормальный фонарик. Блин, а вот термометр можно было ставить первого тира. Ну, то надо быть это... Не надо было возвышаться там. Вах-вах-вах. Надо найти сразу свет. Ну, я в подвал пошла. А я, как обычно, в гараж. У меня в подвале. А в гараже вообще ничего. Пойду пустиков посмотрю. Это кошмар, и это Тенглвуд. И это страдание. О, у нас тут электровеник полетел. Поющий электровеник. Ты там что, пугаешься людей, что ли? Кто вы, я вас не звал. Так, а у нас, походу, либо шкатулка, либо... Что у нас, лапа? Лапа. Юзлес. А где Константин? Мастер бедрум. 5 градусов. Что они сделали с нормальным термометром, который был до обновления? Ой, не знаю, это вообще какая-то порнография, если это можно назвать. Так, минус 5 или 5? 5 плюс. 5. И у нас всего 2 улики. А, кость я нашел. Так. 3 градуса. Все там же? Да, все там же. Они что-то опять обновили. Опять все работает через одно место. О, 3 МП. А, всего-то 3. Ну, пока что 3. Пока что. Так. Пока. Возьмите кто-нибудь соль посолить. Насыпьте соль на раны этому призраку. Лиль, дай я говорю. Да, болтай, пожалуйста. Я тебя закрою даже. Есть, оп. Радио. Что, радио? Кажется, я догадываюсь, кто у нас будет. Ой, радио. Можно уже открыть. Или не догадываюсь. 3 градуса. Минус не дает. Так, а где тут столило? А что, 2 только кучки можно сделать? Да. И ты прям на входе сделал. Ну, ё-моё. Ну, он выйдет и наступит. Так, блокнот принесли. Принесли. Интересно, получится? Нет. А так? Нет. О, прошелся. А ты наговаривал на мою сумму? Этого, как ультрафиолета, нет.
и не будет. Да хватит там ходить. А вы огонечек не чекали? Давайте свет выключите. Давай сейчас выключу. О, следы есть. Ну, ультрафиолета нет. Ну, теперь, понятно. Кстати, ультрафиолет считается даже если на следах. Вернее, на следах он всегда есть 100%. Если его нет, значит, ультрафиолета не будет. Пельмешек, привет! Привет. Здорово, пельми. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Ты мне решил полностью серию сделать музыкальной? Нет. Сейчас мы закончим и присоединяйся. Давай. Да, я тут что-то интернет, походу, подгружает что-то. Лия, как всегда, на стрим ушла свой. Опускай стрим. В потение, мол. Да. Хоть лагать не будет. Вот ты добрый. Ей же подарили игру, но да, надо я знаю, знаю. В качестве уважения поиграть. Ну да, так, но огонька нет. Так, опять она, там горит. Она мне прочитала, что я обосрал эту игру при человеке, который ей подарил, да ему какая разница. Да играйте вы, играйте, мне вообще по барабану. Вот-вот. Надо температуру посмотреть. Она вот некрасиво это делал, я говорю. Стоп, а что у нас? Вонючка сбежать. Не стоит ничего, блин, а вытянули, ну, что я могу сделать? Обосрали игру, и потом такие, да, что такого, ничего такого. Подумаешь, графиня. Я высказал свое мнение, мне как-то... Я вчера смотрел, как Дангар играл, и Дангар уныл, ему было скучно. Ребят, он кидается шмотками. А МПшка... А кто это? Кто это? Кто а это четвертый человек. Это, да. Собственно, моя подруга. Здравствуйте. Это Лиля. Так, и зовут МПшка ее... молчит, кстати. А? МПшка, кстати, молчит. Саня, если что, ее зовут Лиля. А? Лили ее зовут. Лилия. Лилия. Да. Так, народ. Один градус. В курсе, что есть песня в честь Лилии? Лили. Ой, давно чего есть? Нет, а ты не слышала эту песню, она очень красивая. Сейчас, Ань, погоди. Внимание, Оне. Блин, да не внимание, анекдот. Давай. Ебать, как замечательно я вышла. Я вышла. Да это Фазме. Я опять темную всем устроил. О, 5 МП. Да? 4 МП было. А, 4. Блин, я ненавижу по звукам встречать эти МПшки. Ну, у меня в руках, я все вижу. Кажется... 3-8. Ну, давай уже пиши в книгу, блин. Каянный. Я знаю, кто ты. Тоже. А ты угадай с одного раза. Юрей. А, ну да, спасибо, мне вот хватило прошлого Юрея. Да не, он даже не может быть. Да я знаю. Мне хватило прошлой невидимки, блин. Так, я пойду еще книжку принесу. Я думаю, это будет либо МПшка, либо минус. А, мне кажется, либо лазер, который мы, как всегда, пропускаем, пока шатаемся повсюду. Хоть дандарить. Ребят, он сожрал крест. О, бинкс. Да, кстати, теперь после съедания креста он вырубает свет везде. Что, ой. Ёб твою мать. Где? Где тромбон? Драточ. Ребятки. Да. Либо я попал в тайминг, либо у нас фантом. А что у этого чудо недоразумения? Аня, я скинул тебе песенку.
Лазер, ультрафиолет. А, ультрафиолета не был. Ну, я говорю, мы, скорее всего, где-то лазер. Смысл? Это Гаста было? Круто. Вас пугают. Нас пугают, мы не боимся. А ну, еще почти. Мне, походу, рассажен разум. Не только у тебя. Так. Так, где нычка-то, если что? В гараже. 100%. Мне сейчас было очень стрёмно. Я играю, смотрю в игру, и краем глаза вижу, что у меня дверь закрывается сама. Нормально. Походу он у меня, ребята, он у меня, он сменил комнату. Все, мы определили, призрак этот. Сколько? 4. Сволочь. Мы определили, призрак это Настя. Можно уехать. Короче, у меня была история, играли в Фазму. Поначалу играли, там был еще 50-й уровень такой, ну, самое очковое было. Ой, слышно, Лиля, было, так, Ахтунг! И, короче, сидим, подвал. Играем в 3 часа ночи, у меня рюкзак выпадает со шкафа. Я очираюсь просто. Это... Думаю, что за нафиг, блин, шкаф-то дверь прикрытая была, блин. Рюкзак еще вывалился с него, ёперный. Так, сейчас подожди, Сань. Витя. Ты жива? Я хз, не, пока жива. Ныкайся. Насколько это долго, не знаю. А вот теперь внимание, вопрос. Я что-то, по-моему, закончил. А теперь внимание. Что ты сделал? Призрак закончил охоту. Внимание, вопрос, что это сейчас было? И какого вражна он вышел с коридора? А, это не близняшки? Близнецы. Я все время думала, ну, это значит, что минусы это должны быть. А, ну, в принципе, замедленный слегка. А что у нас общее? О, мы все задания сделали. Пойду температуру чекну. Что близнецы, ты, по-моему... Что там история с рюкзаком? Ну, я обделался, включил свет, блин, и все, и продолжил Фазму херачить. Не, ну, блин, очково было, конечно. Понятно. После того, что я еще посмотрел таких наподобие видосов... Так. Давай-ка в эту с тобой в нычку сныкаемся. Я в нычке сижу. Ты, как всегда, дангаришь, я знаю. Я в доме, вообще-то. Дратути. Так, извиняйся, давай, наговорил вот гадости, теперь извиняйся. Ахтунг. О, вот идет. Лиля, выбухла. 3-4, мы хуярим на бензине. Не, во. Ускорен или нет? По полям, по полям, синий трактор едет. Ахтунг. Я надеюсь, ты не поет. А ну, малыш, давай. Лиль, я очень надеюсь, что ты не с включенным фонариком. Нет, я не с включенным фонариком. А кто у нас с включенным МП? Это за стенкой. И что это было? Кто-нибудь понял что-нибудь? Нет. Вот и я нет. Я слышала трактор. Стоп, но это не Моро, не Диоген, не Мимик, не Фантом, не Дух, не Полтер. Мара, Йокая, Нрё. Ну что, тест на Йокая? Время салатницы. Угу. Лиль, выходи из дома, если не хочешь барабан. Если не хочешь отъехать. Так, что я веду? В
тему истории про это падение предметов. Мне однажды на ногу упала люстра, когда я лежала на кровати. Это как? Просто люстра упала, и все. Прям на ногу. Однако. Однако теперь в моем доме нет люстры. На этом они закончились, да? Да. Мне на ногу падала доска с гвоздями. Ну, неплохо. Я поехал в доску с больницу. гвоздями наступала. И мне даже укол от столбняка не сделали с собаки. Вообще, как они... Да, Не люди, я считаю. Как я ты не спиртом пос... проспиртовался чуть-чуть, нормально. Проспиртовался? Изнутри снаружи? Да-да-да. Ну да, и там помажал. Ну правильно. Все, молодец. А я вытащил, ну, думаю, ну, наверное, не сильно воткнулась, блин. И иду что-то... А было зимой, блин, и что-то у меня шваркает. А я зимой в тапочках что-то пошел, блин, там надо было в сарай заскочить, блин. И это... Что-то у меня шваркает в тапочках, иду обратно. Врубаю свет, блин, а там полный носок крови, ёпт. Ой. Ой, Ну, ой. Нормально. Я себе в детстве ногу клевратом расфигачил. Между Чем? пальцами прошел. Откуда ты его взял? То, чем лунки делают. Такой спиралевидный бур. Буром, да. Да, я себе прям между пальцами прошелся им. Кошмар. Стою, думаю, что-то тепленько ноге стал. Причем, ну, вообще, не больно, ничего. Стою такой, ну, это в шоке так. У меня так брат это лопату в себе в ногу вонзил. Бля, это просто, блин. Это такой, блин, это такая... Мне интересно, кто-нибудь вообще себя Ну, не травмировал? блин. Кто-нибудь вообще себя не травмировал? Хотя не, я не думаю, что это ёптай. Да он не слился, когда мы говорили. А, ну хотя мы не говорили Нет, через... в плане того, что он пришел на фонарик. Ладно, сейчас проверим. Давай. Я в тебя верю. И я все, дверь закрою. Он не атакует. Ну, я так не играю. Дай нам знак. Может, это Анрю? Подергай лапку еще. А что, был? Кстати, у вас этот холодочек здесь. В коридоре. Это была пыха, не они. Блядь. Гаста. Нет, все нормально, это густо. Но он входную дверь закрыл, кстати. Аня, тебе придется потом в стриме запикивать просто. Я очень впечатлен. Ай, пушил. У меня все равно монетизации нет, так что мне фиолетово. Надо говорить Гусева. Да. Все по гусю. Буква Ю по гу... Ю, атака. А вот теперь это атака. Он вас видит? Тихо. Ребят, я отъехала, короче. Да я так и понял, как обычно. Ко мне? Ты ко мне отъехала? Да, в Лигу наблюдателей. Ну, слушай, он подускоренный. Я вот и говорю, что он ускоренный. Может, реально близняк? Потому что прошлый был медленный довольно. О, ребята, он мерцает. Может, кто об этом говорит? Он не перемещается, он мерцает, переходит. А мерцает единственное, он если редко, то это что-то говорит. Если не редко, нет, то это обычно. Если редко, это они. Если его почти не видно, то это фантом. Но это скорее всего... Не видно, так, это не, видно. Это не йокай. Закрыт. Все, лак, закончился. У нас единственное, что остается. Анрю! А, нет, стоп. Близняхи. Поехали. Да будут близнецы. Думаю, но не уверен. Может быть, Анрё. Тебе нормально? А почему нет? У меня это
как это в меме, делай это упражнение один раз в день, ага. И спина не будет болеть. Серьезно? С какого лысого он был такой ускоренный? Третий фонарь. Выйди и зайди нормально. Выйди и зайди нормально. Я нормально зашел. Постучись. Да-да-да-да-да. Кто-то заходит. Все, поехали. Кто-то там. Пельмень, тебя ждем. Не даешь песенку спеть? Нет, я тебе там скинул песню. Где? А-а-а. Тогда чуть-чуть попозже послушаю. Хотя? Так, это у нас Willow Street. Джейн Холмс. Карты Таро. В смысле, ты как туда улетела уже? Ты только что в фургоне была. Вот так, магия. Насилие любви, блин. Что за магия Дангара? Это ускорение плюс 100-500 дает. Так. Опа. Он где-то что-то кинул, причем около меня. И да, это первая комната. Он что-то кинул. Что кинул? Что-то тяжеленькое. Свет я включила. Отлично, спасибо. Не, лилии цветут. Лилия зовут. Подзвали Костика. Моя. А все, я его в гараже нашел. Алилуна, мира, алили. Да, Кость был в гараже. Не, призрак. Призрак в первой комнате. Флагман. В гостиной? Да. Вход в гостиную. Сейчас мы ему дневничок положим. Стоп. В смысле стоять? 6-7, не понял. Так, нычка, если что, в гараже есть. Ну да, он в первый. Так, сейчас я выйду. Вот теперь общаюсь. Не хочет. Не хочет. Не общительный. Засранчик. Вот мне вечно не везет на Анрю и Юрея. Две сволочи такие. О. Ну, помираешь ты от духа. Больше. Да, помираю я чаще от духа. У нас по заданию салатница. Ну, твоя святая миссия. Да? Впрочем, ничего нового. Да. Так, ультрафиолета нет. А у нас вообще что? А у нас вообще никаких улик нет? Нет, никаких. Печаль. Салатница есть. О. Атман с ультрафиолетом бегает. Ну, мало ли. Скорее всего, у нас МПшка и книжка. Так назвать по факту не знаю. У нас Саня упоролся. Саня, что? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Ты в порядке, Саня? Да. Концентрация Александров. Вчера у нас, по-моему... Нет, ММПшки нету. Да вообще ничего нет. Теперь у нас, по-моему, концентрация Александров превышала. Да, не, ну, на слушай, квадратный метр было много. Не, ну на тень не особо было похоже. В самом начале чуть-чуть швырнул. Хотя, может быть... О!
Лакман, иди сюда. Садись за дверь. У нас призрачный огонек. О, отлично. Я знал, что он там есть. Дело, сиди. Я как чувствовал, что с камерой там танцевал. Да, только ты бегал, не нашел. Нет, а у меня дыхание, когда пошло уже, значит, он тогда там активироваться начал. Тебе нормально? У меня дыхания не было, я просто ходил там и... Саня! Ну, дымка. Лиля! Саня! Лиля! А-а-а! Ой, Саня! Что вам надо? Я ее в текстуру закинул! Не шокируй человек. Ее еще много открытий ожидает. На тебе. Так, стоп. А. Иди вдоль стенки прямо. Да. Иди, 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 иди. Он дверь мацнул. Нету? А, у нас же нету, да, наверное? 2 МП. Нет, ультрика у нас нет. А. Так, это может быть банш, да? Да. А охота будет на того, кто первый в дом зашел, да? Нет, нет, нет. Нет. Нет? Кого она выберет? Рандом. Ну. А где у нас термометр? У меня. О, ты вылезла. Иди на кухню, посмотри температуру. Ну, а конечек все равно подлетает. Это хорошо. Сколько температура? 9. Ну, значит, он все еще тут. Так. Что у нас? Дайте я поговорю по радио. Может, просто вам не отвечает. Да? Да, да? Радио. Мара Юкай. Мара Юкай. Да серьезно. Чудо природы. Бери свою любимую. Покажись нам. Тарелочку. Да я для начала вонючку возьму. Да-да, держи вонючку. А, у нас же есть карта. Пойдемте потягаем карты. Пойдемте в гараж карты тягать. А у нас еще мимик, кстати, может быть. Может, но тут должен быть либо минус, либо ультрафиолет. Его нет. Ну, ультрика не будет? Да. Значит, минус. А минус, минус. Минусом не пахнет. Сколько тут градусов? 1,2. Неа. Берите карты и пойдемте в гараж. 1,8. Саня. Да. Ты что там завис? Пойдем. Карты бери. Да ладно, давайте я. Все, пошли. И пошли в нычку. Пошлите. Вернее, вы идите, мне все равно надо этим сныкать. А, свет, свет. Где? Моргал свет. А. Тягайте карты. Я постою. Так, у вас у кого-то есть вонючка? Да, у меня есть. Так, это что, охота? Нет. Это ты дверь? Все? Да, это я. Все, я тяну. Давай тяни. Фортуна зеленая. Плюс так, рассудок. Не закрывайте мне, пожалуйста, я не вижу. А, это крылышки были. Почему вот, я себя слышу? Ты можешь умереть. Не знаю, почему. Спасибо. Ты себя слышишь. О, я умерла. Повешена. И сейчас возродишься. Ой, какая ты некрасивая женщина. А ну, почему бывает. Ты умерла? Потому что повешенный. Повешенный О. был? Да. Так, О. продолжаем. Подожди, сейчас я свет включу, стой. Тут была недоатака. Стой, я повешенного вытащила, стой. Поэтому меня убили. Стой, 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 стой. Да я не тяну. Я их даже из рук выкинула. Не тяни, как это причинное место. А там, кстати, тоже можно прятаться. Там есть где. Да я знаю. Так. Я просто включаю свет, чтобы было видно, куда мне сваливать. Мне же задание еще надо выполнить. Ага, все, есть. Тяни. Я готов. Там кто-то ушел, давайте, возвращайтесь. Я все вернул. Лагман, куда тебе все время умусь?
Фортуна зеленая. Плюс рассудок. Давай их одного повешенного. Дурак. Спасибо. Сейчас я вытащу. Фортуна зеленая. Да сколько можно рассудка? Дьявол. Дьявол. Прячься. А нет, это шумен. Спасибо, он в меня пыхнул. Пожалуйста. Фортуна она красная. Она выбрала тебя. Мара Юкаэнрё. Блин. Красная фортуна. О, еще одно возрождение. О, все. Мои поздравления. Все. Так, а теперь проверяем на Юре. Фу, на Энрё. Пойду возьму этот. Свечечку. Ой, это что за нафиг? А что случилось? Свет вырубился везде. И крест... А, крест сгорел, я понял. Да. В очередной раз сгорел крест. Так, хватит мне гасты давать. Достал. О, это не Анрё. Так дважды свет вырубил подряд. Что я сделал? Что я сделал? Я только что это. Только что? Фотографию просил. Кадр. Да. Да. Ну что, у нас осталась Мара, либо Йокай. Давайте в нычку, сейчас атака будет. Да я и так сижу в нычке. Давайте уже атаку. Скажите, лазер был. А? Важно. Не, лазера быть не может. Ты, у нас всего две улики. Уходи оттуда. Это был. Это было твое дыхание. Да, точно, второй крест догорел. Атака? Нет, второй крест догорел. А дверь что хлопнулась? Какая? Это лагман вышел. А, вот оно что. Лагман? Почему лагман? Изначально она была леммингом. Леммингом? Да, но моя жена оговорилась, обозвала ее лагманом. Лагман. Да. Итак, у нас блюдо, национальное блюдо. Женщина. Пельмени, атака. Лагман. Да, теперь атака. Вот если ты. А чё это мы такие быстрые? А чё это мы такие быстрые? Иди нафиг. Я просто закрыла дверь, не могу зайти. И кажется, она около меня топочет. Ой, а вот он весел. Так, я призрака слышу через микрофон. Ёшка, что ли? Походу. Папка Ёшка. Ну, она до нас не дошла, она нас слышала. А я сидел все время, ну, почти все время с микрофоном. Почему мне все время вспоминается из-за этого? Скорее всего, Юкай. Поехали. Мне все что время... Что ставишь? Я Юкай. Нет, что ставишь? Кого? На то, что палец, это Юкай, что ставишь? Да-да-да, вот, вот, Тимин все понимает, молодец. О, спасибо. Кого? Кого ставишь? Настю. Я понял. Спасибо. А, вот так, на. Я как-то это в рабство еще не попадала. Все бывает впервые. И? Йокай. Йокай. Живи. У меня. Спасибо. Я уже думал, Настю надо забирать. Куда? Зачем? Не знаю. Вам эти проблемы?